Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Никак нас зима не отпускает. Минус 10 у нас сегодня, опять переоделся. Пуховичок. А что делать? А что делать? Придется немножко потерпеть. Ну, сказали еще дня 2-3, и, собственно говоря, все будет нормально. Весна придет, никуда не денется. Так что, друзья, хочу вам показать однокомнатную квартиру, которая у нас появилась на продажу вот в этом замечательном доме, который у меня за спиной. Березовая роща, 54/1. Дом у нас 2013 года постройки. Вот такой вот красавец. Остановочка Березовая роща. Сейчас вам расскажу немножко по месторасположению, по локации. В общем, все как всегда. Так, чего у нас тут в шаговой доступности? Ну, во-первых, остановка Березовая роща, там у нас и мини-рынок, и храм, и сама, собственно говоря, остановка Березовая роща. Это у нас центральный район, до проспекта Революции здесь каких-то, можно сказать, 10 минут. В то же время район достаточно экологичный, зеленый, много зелени здесь у нас по весне и летом. Вот, к слову сказать, школа. Прямо рядышком с нашим домом. Вот наш дом, и вот она, школа. Детские сады 46 и 61, буквально 3 минутки ходьбы. Во дворе дома у нас супермаркет «Пятерочка», в шаговой доступности супермаркеты «Магнит», «Центр Торг», еще одна «Пятерочка», почта, «Сбербанк», 4 аптеки, на секундочку. Ну и красивенький такой, достаточно красивый храм в Березовой роще. До остановки Березовой рощи буквально 5 минут. И, как уже сказал выше, 10 минут и вы на проспекте Революции. Ходим, гуляем по территории, смотрим наличие парковочных мест. Ну, их, к слову сказать, немного. Их немного, но ничего необычного. Все как всегда, собственно говоря. Все как всегда. Вот здорово, что мусорные контейнеры вот так вот убрали, закрыли, чтобы ничего ветром не разлеталось. Все закрывается. Видите, люки, все чистенько, ухожено. То бывает, во дворах ходишь, смотришь, все пакеты навалены, все собаками растаскано. Здесь все как-то, видите, благоустроено. В этом плане все хорошо. Территория достаточно чистая. Видно, что убирается. Видно, что что-то тут как бы и сажается даже, да? Видно какие-то цветы, кусты. Особенно здесь красиво, конечно, весной, летом. Зелени на самом деле достаточно много. Сейчас не очень понятно, не очень заметно, но поверьте мне, Березовая роща у нас считается наиболее таким экологическим, да, районом. Смотрите, какой пандус, моя болезнь прям, да? Я очень часто обращаю внимание на пандусы. Здесь с этим делом тоже все достаточно неплохо. А вот кто-то какой-то ковер повесил сушиться, я не знаю. Это, наверное, с парадной, да? С подъезда. Коврики вот эти вот просушиваются. Вряд ли кто-то это из квартиры вынес. Вот так выглядит входная группа. Повторюсь, дом у нас 2013 года постройки. Планируете переезд в Воронеж? Воспользуйтесь услугами нашей компании. Покупать недвижимость с нами выгодно и безопасно. Заполняйте анкету-заявку под этим видео. Ух, смотрите, какой холл здоровенный. Здоровенный холл. Два лифта у нас, пассажирский, грузовой. Так, друзья, второй этаж. У нас общая площадь квартиры 42 квадратных метра. И давайте, как обычно, от входной двери, с коридорчика, так сказать, входная дверь. Входная металлическая дверь. И вот такого плана у нас коридор. Значит, что у нас тут в квартире останется? Останется вот эта вот прихожка нашему покупателю, останется кухня и останется у нас шкаф-купе, который находится у нас в комнате. Ну, давайте по порядочку обо всем. Значит, смотрим. Местечко разуться, раздеться есть где.
Вот тут это можно сделать. Дальше у нас по ходу движения слева направо санузел. Санузел. Здоровенный санузел. Значит, ванна сама. Вот она. Раковина. Туалет. И стиралочка стоит. Видите, все у нас тут в нашей ванной комнате поместилось. Потолок, пластик, точечные светильники. Плитка на стенах. Такая морская тематика. Плитка на полу. Такая кофейного цвета. И стиралочка отлично стоит. Отлично стоит. Видите, тут такая, даже как бы такое вот углубление, такая ниша получилась. Тут даже шкафчики вот такие неплохо встали. То есть здесь места достаточно вполне. Ничего ничему не мешает. Действительно хороший, здоровый санузел. Дальше у нас по ходу движения вот эта классная, классная штука под названием кладовка. Нужна кладовка в квартире? Конечно, нужна. Смотрите, какое там большое количество различных полочек сделано. Пожалуйста, домовой вот тут вот живет у нас в кладовочке. Живет, поживает и добра наживает. И вот тут вот как раз таки можно вешать верхнюю одежду. Сезонную, да? Вот сейчас пришел я с улицы, сейчас у вас как бы, ну как бы весна, но пока еще холодно. Вот я повесил куртку вот сюда. А допустим, какие-то мои там осенние, весенние, летний какой-то гардероб, это все пока можно вот хранить сюда. Будет тепло, я свою куртку перевешу сюда и какую-то повседневную свою одежду тогда уже повешу сюда. Ну, поняли, о чем я говорю. Собственно говоря, кладовка — вещь нужная. Хорошая, глубокая, вместительная. Тут же у нас счетчики. Трубы какие-то проходят. Ну, они, собственно говоря, мешать никаким образом не будут. Здесь будет все завешено одеждой. Этих труб и не видно будет. Зафиксировали. Классная штука — кладовка. Дальше у нас по ходу движения. Ух, такие обои. Какая-то крокодиловая кожа. Тут какой-то шкафчик еще разместился. Дальше у нас кухня 12,2. Площадь кухни 12,2. Вот эта кухня сама. Сама кухня вот эта вот останется нашему покупателю. Да, может быть, не супер дорогая, но на первое время вполне, вполне пойдет. Радиатор отопления смотрим. Вот такого плана. Ух, какие глубокие вместительные шкафы в кухне. Неожиданно. Прямо-таки неожиданно. На самом деле это так. Смотрите, сколько здесь места. Ну, вот что значит нормально, хорошая, современная кухня. 12,2. Пожалуйста, места достаточно. Сюда даже можно, собственно говоря, если будет у вас желание, можно даже какой-то угловой, может быть, диванчик вот здесь вот разместить. Я думаю, что вполне, вполне встанет. Можно заморочиться. Так, выйдем с вами на лоджию, посмотрим, что у нас на лоджии. Пол линолеум. На лоджии достаточно тепло. Сушилка. И тут сушилка с
суши белье не хочу, что называется. Так, вижу свет. Вагоночка, запах бани такой присутствует. Классный запах. Ну и, собственно говоря, здесь у нас включается свет. И вид из окна у нас получается на тихую, спокойную улицу. На пятиэтажечку, хрущевочку. Представляю, сколько здесь зелени будет. Смотрите, вот эти деревья прям смотрят здесь у нас в окно. Вот, вот. Очень зелено, классно. Второй этаж у нас. Так, окна пластик. Окна пластик. Здесь все понятно. И осталась у нас комната. Смотрим комнату, и я вас отпускаю, что называется. Да, друзья, смотрите. Тут у нас линолеум, собственно говоря, от застройщика, да, несколько как-то пошел буграми. Конечно, линолеум в идеале здесь, конечно, перестелить. Комната 18,5 квадратных метров. Вот этот шкаф-купе, он, собственно говоря, давайте его посмотрим. Вот этот шкаф-купе у нас достаточно глубокий, вместительный. Он у нас останется нашему покупателю. Что-то я вам тут свет не включил. Он у нас есть. Восемнадцать с половиной квадратных метров. Радиатор отопления аналогично, как и на кухне. И окно туда же, в ту же сторону. То есть квартира у нас на одну сторону. Если вы являетесь продавцом недвижимости в Воронеже или ближайшем пригороде и хотите, чтобы ваша недвижимость попала на наш канал, звоните 8-920-22-99-356. Расскажем об условиях сотрудничества. Березовая роща 54/1, дом 2013 года постройки. Второй этаж у нас, второй этаж и квартира общей площадью 42 квадратных метра. На мой взгляд, интересная, действительно интересная планировка. В каком плане? У нас хороший вместительный санузел, у нас имеется кладовка, у нас хорошая площадь кухни. Ну, то, что необходим какой-то, может быть, косметический ремонт, я имею в виду, может быть, обои под себя переклеить, может быть, линолеум. А так, в принципе, ну, двери, да, двери у нас еще от застройщика, вот, собственно говоря. Хотя я считаю, что их, в принципе, можно облагородить и вполне себе еще неплохо они вам послужат. Ну, и, кстати, так получится достаточно оригинально. Цена нашей квартиры 3 850 000 рублей. Прежде чем писать дорого, я знаю, что вы будете писать дорого. Знаете, друзья, я уже ничему не удивляюсь, совершенно ничему не удивляюсь. В этом доме есть у нас аналог, конкурент на 6 этаже, причем его продают сразу два агентства недвижимости. У одних цена 3 900, у других 4, видимо, в зависимости от жадности агентства недвижимости. Кто пожаднее, тот и побольше цену ставит, собственно говоря, да? И площадь они указывают вместе с лоджией. Они указывают 46, мы по-честному, да, лоджия отдельно, квартира отдельно. Поэтому квартиры аналогичны, планировка аналогичная, но цена у нас вот такая. Поэтому удивляться чему-то в наше время уже не стоит на самом деле. Ну, чего говорить, если Бунин, жилой комплекс Бунин, который строится рядышком здесь, да, на пересечении улицы Ломоносова и Московского проспекта, 100 тысяч за квадрат. 100 тысяч за квадрат, отдай и не греши, сдача в следующем году. Ну, как-то так, как-то так. Дорого или недорого, делать выводы, конечно, вам, но я сейчас совершенно ценам не удивляюсь. Точечная застройка, предложений аналогов немного, соответственно, вот так. Торг есть, конечно, да, в любом случае, все квартиры, которые я снимаю, в любом случае торг какой-то есть. Поэтому со всеми конкретными предложениями, либо, может быть, вас интересуют какие-то вопросы по поводу коммунальных платежей, по поводу соседей,
На все ваши вопросы ответит наш специалист, который этот объект недвижимости ведет. Ее контакты есть под этим видео. Набирайте, задавайте, договаривайтесь о просмотре и, собственно говоря, покупайте нашу замечательную однокомнатную квартиру общей площадью 42 квадратных метра. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошего настроения. Сотрудников компании «Этажи» просьба не беспокоить.